Друзья мои, я позволю себе пару четверостишей. Я не мог не написать их ко дню рождения Олега. Олегу Протасову. Слышно меня лишь? И остальной решетке. Нет, надо одеть очки. И остальной решетке и о двери он знает многое. И даже слишком. Нет, не майор ему поведал Шверник. Он знает сам о том. Не понаслышке. Спросите у него, и он ответит, при этом улыбнувшись многозначно, про то, как годы вдаль уносит ветер, про скрипку, что поет и горько плачет. Он может спеть и рассказать о многом, о том, что душу разрывает в клочья, что ходим в жизни, это мы под Богом, но как нужна порой нам помощь волчья. Сегодня мы не в сериале «Зона», и наш сюжет без сложных выкрутасов, но сами он большой певец шансона, заслуженный артист Олег Протасов. Когда день рождения у Олега, вечер не может быть недобрым.